Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала, с вами снова я, Майнкрафтер Демастер, и сегодня вместе с вами, дорогие друзья, мы поиграем в SCP на сервере Crystallix. Короче, недавно, дорогие друзья, у нас вышла обнова в SCP, во-первых, добавили хэллоуинские скины, которые можно будет, приобрести до 15 числа, потом уже нельзя будет, но они останутся у вас навсегда. Но это ладно, это не важно, так, косметическая больше, короче, очень долгая такая крутая, жесткая обнова, которую я так долго ждал, большая такая, масштабная, наконец-то будут рандомить все комнаты, то есть вот коридоры остаются на местах все, а комнаты, которые есть, они замешиваются. То есть теперь нельзя просто взять и выучить карту. Каждый раз карта будет новая, индивидуальная, типа не похожая на другую. Ну не, ну конечно же похожая чем-то, да, но нужно будет искать комнаты. Теперь нужно будет адаптироваться. То есть теперь разница между новыми игроками и старыми, она будет, ну плюс-минус равна, понимаете. То есть потому что раньше, я помню, чуваки просто выучили, где находится машина, где находится выход, бежали, делали карту 6 уровня и фактически просто бежали и сразу же взрывали комплекс. И поэтому за SCP было выиграть достаточно тяжело, и люди там проигрывали практически всегда 100%, то есть либо MTF, либо Хаос, ну только эти фракции. За SCP, ну типа я реально, я играл, типа SCP вообще не вывозили катки. Вот, короче, не знаю, за кого сейчас появлюсь, вот, но если за ДЭшек или ученых, то за ДЭшек, естественно, нужно будет найти карту и побежать его быстрее к машине, найти машину. Вот, за ученых тоже идти к машине. Если за ментов буду, за МТФ, получается, за охрану, нужно будет попробовать спуститься за дэшками, за учеными, тут все понятно. Так, за ученых начал. Ох, и меня прямо перед машиной заспавнило или нигде? А, нет, не прямо перед машиной, к сожалению. Теперь вы ученый, да, ученый, это я, да, оружие. Опа, световая граната, кстати, светошумовая. Так, в игре присутствует звуковое сопровождение. Ну, у меня вроде звук включен. О, да, вот, видите, звук включен, работает. Внимание персоналу, да. Так, тут дэшка у нас 2 SCP, кстати. Надо бы найти, где у нас машина находится. Здесь карта доступа 4 уровня вообще, понятно. Смотрите, чел специально перед мной двери закрывает. Ну, вот этот, я найду оружие, а вот этого вот чела я убью специально. Вот. С черной головой, короче, я его реально зафигачу просто. Так, кажется, мы нашли машину, да-да-да, машина там, отлично, отлично. И кажется, никаких SCP-шников рядом нет, поэтому заходим внутрь. Поэтому запускаем машину, поэтому выкидываем карту свою, отлично. Все, давай карта, все, жди меня, там машина запускается. Закройте дверь, мужики, что? Почему у нас дверь открыта? Сейчас кому-то SCP-шник сюда залетит и все. И нам жопа, так, надо быстрее свою карту забрать и закрыть дверь. Пока чуваки сюда реально SCP не привели. Так, карта уровня 3 доступа, закрыть, закрыли. Так, машина запускается, выкидываю карту. Ой, не успел выкинуть карту, черт. Капец, как они так быстро машину-то запустили, ёшкин макарёшкин, я там дверь закрывал. Ну ладно, 049, это у нас получается... Чумной, чумной, но не на этой зоне, если что, спавнится, так что проблем не должно быть. Так, машина запускается, отлично, запускайся, машинка, давай. Запускайся, запускайся, карточку возьму свою. Кстати, можно еще аптечку, наверное, закинуть, чтобы она в адреналин превратилась. Охрана уже тут, отлично, отлично, кайф. Так, карточку у нас с вами 4 уровня, машина там пусть запускается, кидаем карту. Машина запускается, да, запускается, там монстров нет? Монстров нет, отлично. Отлично, но я только 4 уровень карт, нужно 6 левел сделать, чтобы прямо хорошо себя чувствовать. Ученый мир говорит. Ну да. 5 уровень карты. А можете закрыть дверь? Типа, что за фигня? Почему дверь открыта на распашку? Машина запускается. Все. Мне нужен 6 левел карты, соответственно. Поэтому жду сейчас 6 левел и сразу же побежим с вами запускать ярику. Но перед этим я, конечно, захотел зайти еще к машине. Вот, на хэви зоне получается. Оп, 6 уровень карты. У чувака тоже 6 левел карты, у дэшки. Жесть, жесть, жесть. Так, вообще я знаю, что где-то здесь должен быть еще этот 4 уровень доступа, там можно оружие достать прям по-быстрому. О, чуваки оттуда бегут, наверное, там какое-то дерьмо творится, раз оттуда чуваки бегут такой толпой. Так, мужики, открывайте двери. Так, там где-то 4 уровень доступа был, я точно это помню. Где-то вот в этой стороне. Так, закрываем дверь. Уровень доступа свободный. Так, у меня закончилась стамина, к сожалению. Да, опять этот чел бегает, руинит. Я хочу, чтобы уже найти пушку и просто его застрелить, реально. Так, они уже забрали все отсюда, ученые все забрали отсюда, понятно. Понятно, не успел, а то меня этого чела завалил. Да боже, как они задолбали перед нами двери закрывать. Ну ладно, я пока пешочком пройдусь. Аккуратненько, медленно, не спеша, потому что у меня, типа, нет стамины, как вы видите. Так, где здесь у нас есть выход? Так, здесь выхода нет, к сожалению, нужно искать. Выходы сейчас генерируются, сами понимаете, он стоит, смотрите, какой гений просто наш. Так, хорошо, 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 закрывают за нами двери, так что тут чуваки ждут. Опа, собака, чувствую, здесь есть собака, да, вот D-класс жрет собака. Нас не жрет, слава тебе, господи, у меня просто стамина закончилась, так бы я бы с ней разобрался. Это собака, я бы просто от нее убежал и все. Так, закрыли перед ней дверь, чуваки, давай, беги туда. О нет, о нет, о нет.
Подставили меня еще, подставили. Так, закрываем дверь, бежим, бежим сюда, бежим. Где здесь выход, черт возьми, где реально выход? Боже мой, ищу выход, просто не могу найти. Где лифты? Мне нужен лифт срочно. Так, давайте пока пешочком пройдемся. Ух, я уже, честно, устал искать. Там 0.49, тем временем зомбарей своих размножает. Жесть, 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 просто unreal. Так, где здесь, может здесь лифт? Да, отлично, я нашел лифты. Соляновая, я думаю, там он пока с охранниками разбирается. А, нет, смотрите, 0.49, одного зомбаря убили. Значит, сейчас один есть чумной и один зомбу есть, короче, понятно. Так, мне бы сейчас найти машину, чтобы найти пулемет сразу же. Потому что я хочу с пулеметом погонять. Пулемета много патронов, я думаю, с этими двумя СП-шками легко справлюсь. Потому что, ну, и чумной, и собака. Это, если честно, повезло, что именно такие СП-шники заспавнились. Потому что они, ну, будем откровенны и честны, да, они типа не супер сильные, они типа такие нормальные. Так, там что у нас, зэки? Лутаются. Ученые зэки, смотрите, залутались, понятно. Залутались, лучше с ними рядом не ходить, потому что завалят еще. Так, здесь у нас что? У нас здесь уровень доступа свободный. Нам сюда не нужно, опять же. Охранник бегает, охранник здорово, мужик. Охранник здорово. Так, мне нужно найти где-нибудь, где есть зона с машиной. Так, ну там ничего интересного не найдешь, там можно пистолетик вроде найти в зоне деда. Но на деда мне, если честно, пофиг. Мне нужна машина, где машина находится здесь? О, вот машина здесь находится, открыть. И за собой сразу же закрыть, 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 мужик, ну куда ты там залез? Так, пулемет, пулемет, забираем пулемет. Оп, и забираем патроны к пулемету быстрее. Все патроны к пулемету нужно забрать. Обязательно, никому не оставить их. Так, еще это возьмем, одну винтовку возьмем, хорошо. Еще эти патроны забираем. Кайф, просто жестко. Где этот адреналин? И два адреналина. Ой, сюда. Так, отлично, я неплохо так затарился. У меня два адреналина еще есть. Так, карточка тоже поближе пока что поставим. Пока что нам пригодится. Так, патрончики и те, и другие у нас сами имеются. Теперь нужно найти отсюда выход. Естественно, и уже запустить боеголовку. Да еще пылесос, конечно, забрать. Но я не знаю, наверное, пылесос я уже здесь не найду. Но в целом я могу разобраться так-то и с этим, если что. И с чумным. Да и с чумным собакой. О, пылесос здесь. Пылесос здесь, пылесос уже забрали, да? Пылесос уже забрали. Надеюсь, не зэки забрали пылесос, а ученый забрал. Ну вот этот ученый вместе с зэком бегает, если честно. Так что дэшка, когда перевоплотится, я даже не знаю, что будет. Будет не очень круто. Был убит ученым. Ага, все, отлично. Значит, все в порядке. Так, мы шпрем на выход, нужно сначала посмотреть, включили ли эту штуку, да, включили, все. Хорошо, если ее врубили, значит можно просто идти на выход. Так, шприц с адреналином юзаем. Ага, так, у нас все зарегенилось. Карта доступа, бежим на выход, все. Все, ура, ура, дорогие друзья, все пока что идет хорошо по нашему плану, если честно. Единственное, что не знаю, где 0.49 находится. Вот, сейчас нужно будет найти лифт, который нас отправит, получается, на верхний уровень. Мы с вами запустим боеголовочку. Потом пойдем и уже, наверное, этот, соответственно, ну, получим себе профессию специалиста. Так, карта доступа 4 уровня, отлично, открываем. Отлично, закрываем за собой. Так, ну, пацаны, извините, но у вас должна быть своя карта, если что. Или у них нет своей карты. Видимо, у них нет своей карты. Ладно, давайте пойдем за ними, откроем им дверь. Мужики, вы охранники все-таки, охранника могу открыть. Ну, давай, проходи, проходи, охранник, проходи. Все, закрыл дверь, пойдем, 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 пойдем. Пойдем запускать боеголовочку уже, пойдем. Так, ну да, в принципе, 0.49, главное, чтобы... Ой-ой-ой-ой-ой, они же там сейчас армию целую соберут, эти 0.49, это будет очень плохо. Так, сначала запускаем боеголовку, это нужно прямо в первую очередь сделать. Так, боеголовочка, боеголовочка, ты моя родная, где же ты? Вот, на, опа, открываем. Так, все, хорошо. Активирована детонация альфа-боеголовок. Так, хорошо, хорошо, я в ролике, что говорит? Да, да, ты в ролике, братечка, ты в ролике, вы все в ролике. Так, теперь нужно ехать в специалиста превращаться, естественно. Мне еще тут одно оружие, но у меня и так есть пулемет с, получается, 300 патронов у нас там, да? И здесь еще, а, это одна пачка патронов. Ну, получается, здесь сотка и 256. Ну да, у меня прямо сейчас здесь 356 патронов. Этого в целом хватит, чтобы убить, ну, 0.49. Да и собаку тоже хватит. Главное, в тупик не зайти. Вот в чем проблема. Я надеюсь, что их все-таки боеголовкой взорвет нафиг. Так, все, добегаем, превращаемся в специалиста. Нужен, нужен, нужен. Так, хорошо, опа. Все, я специалист. Оружие у меня еще одно дюкнулось. Еще мне дали карточку, кстати, 4 уровня. Ну, это так и есть в целом. И связывающее устройство нужно взять, чтобы связывать, соответственно, этих чувачков. Так, ну, карточка мне все же больше не нужна. Еще одну винтовку поставим, не знаю. На всякий случай пусть будет. У нее, кстати, отдельные патроны. Потому что не АК, это МТФ и ЕСР. То есть мне еще дали практически 120 патронов. У меня сейчас есть 350 и плюс 120 патронов. Ну, это дофига. Это реально дофига. Там когда уже боеголовка-то взорвется, ё-моё. Так, смотрим, зэков не вижу. Дэшек. Дальше, соответственно. Я их просто зэками называю. Они все-таки в основном берутся из заключенных, если что.
Так, хорошо, смотрим, ученые спускаются. С ним еще ученые спускаются. Идите, идите, идите. Быстрее специалистами становитесь. Опа! Чумной. А почему чумной не убивает доктора? Фига, прикол. Так, АДшки там случайно не проходят тем временем. Чумной типа за доктором прикрывается. Ну так это бан сейчас будет доктору за такую фигню. Если они реально вот так вот обузят, то это можно бан делать, серьезно. Все, сейчас будет взрыв, посмотрим, собака выживет, не выживет. Так, собака... А, ну остался только чумной фактически, и все. Остался чумной. МТФ через 15 секунд возрождается, можем подождать и просто его зарашить и убить. Я думаю, в целом это будет, ну, самый оптимальный вариант. Ну, неплохо, я, считайте, каточку затащил. Жаль, конечно, пылесоса у меня нет, к сожалению. Ой, нифига он там убил. А, пылесос-то был у этого чела, ё-моё. Пылесос бы забрать, этого чумного бы завалить, если честно. С пылесосом было бы гораздо, конечно же, проще это сделать. Пылесос забери, мужик, пылесос, там два патрона и убить его. Так, ладно, у меня есть пулемет, так что можно не париться, можно просто по чумному стрелять. Я по чумному в основном стреляю, потому что, ну, мелочи тут сошки. С ними и так разберемся, условно говоря, вот эту винтовочку берем. У них там по 300 хп вроде как, то есть, ну, нормально убили. Теперь по чумному вот так вот стреляем. Можно даже сильно не экономить, у него не так вроде много хп. Так что, думаю, мы его легко убьем, если честно. Давай, 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 на меня, мужик, на меня пошел, сразу же минус 200 хп потерял. Все, победа фонда, мы его застрелили. Отлично, чуваки. Ну, это была изи каточка, если честно. Первая каточка такая легенькая, поэтому давайте еще один раунд сыграем. А, может быть, даже два раунда. Я думаю, в этой катке можно еще две игры, думаю, записать красиво. Так, ну что ж, дорогие друзья, у нас с вами вторая каточка тем временем. Надеюсь, буду не за ученого, потому что за ученого уже игралось. Я попытаюсь на него, наверное, сейчас даже не буду записывать, чтобы... Ну, я хочу сегодня поиграть вот 2-3 игры, соответственно, за разные классы, да, то есть как бы хорошо. Хорошо, ученым мы уже сегодня не были. За дэшку можно сыграть. Дэшка, мне кажется, попадется вообще на изи. 173-й, нифига себе, повезло. Ну хотя как повезло, я ненавижу 173-го на самом деле. Потому что он, ну, наверное, один из самых. Ну, у него, конечно, больше всего хп. Он самый жирный SCP. Но он самый проблемный SCP, если честно. Потому что на него смотрят и все, и он бесполезным становится. Я, конечно же, попробую сейчас найти. Опа, машина. Внимание сюда персоналу. Сюда, сюда. Так, 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 сейчас нужно будет ловить этих чувачков, которые будут здесь бежать к нашим своим машинке. Оп, меня заметили. А чё, чё он не сдох-то? Так, мужики, 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 а чё это вы не умираете? А чё я его убить не могу? Что за дела? Что происходит? Почему я его не могу убить? Да, видимо, после того, как это SCP немножечко пофиксили, его понерфили, чтобы он не мог убивать, когда на него прям смотрят и люди не моргают. Но вот сейчас во время моргания я явно добежал до чела, бью его, и урон не проходит. Странное это дело. 049 со мной в команде, и кто-то еще, видимо, со мной в команде. Окей, главное сейчас не терять больше жизней. И не давать чувакам в машине, значит, свои карты прокачивать. А иначе могут быть проблемы. Да, кто-то открывает. Открыл. Стоят там, стоят, смотрите, стоят. Не идут пока что. Не идут, не идут, пацанчики, не идут. Закрыли дверь. Хорошо. Хорошо. Опа, опа, опа. Нифига их там дофига. Закрыть. Хорошо. Хорошо, мужики. О, открывают, открывают. Ох ты, нифига, там ученый стоит. Мужик. О, я все, я у машины, мужики. Значит, я вам не дам ничего сделать, соответственно. У них оружия нет. Так, ученого сейчас я поймаю. А почему? А почему я не могу его убить? Что происходит? Нифига себе, кстати, у меня не снизился хэллоуинский скин. Ага, видимо, какая-то задержка есть, что ли, или что среди убийствами. Но это, если честно, я не понимаю, что за задержка, почему я вот не могу чуваку просто шею сломать. Еще кому-то чуваку шею сломать не могу. Опа, они меня теперь закрыли в машине, черт! Ну, рано или поздно меня точно кто-нибудь откроет. Меня закрыли, я не могу выйти. О, мужик, что ты стоишь? Не, ну смотрите, реально что-то странное, надо будет, я этот видос, специально эту катку, наверное, оставлю. И этот видос я скину разработчикам, потому что, ну, посмотрите, типа, ну, не умирают, реально. Я прямо подхожу к чуваку, бью его. Не, вот сейчас, когда он, я, видите, стою на месте, он, я не могу его бить, по идее. Но при моргании, по идее, должно быть. Мужики, что такое? Что такое? Они забрали карту и просто оставили меня здесь гнить. Хорош. Хорош, они реально оставили меня здесь гнить, чуваки. Пробегай, пробегай, закрывай дверь. Все, он остался там внутри, он закрыл дверь, остался там внутри, понятно. А эти что с этими чуваками будем делать правильно? С этими чуваками будем делать просто, мы их просто убьем. Убьем всех этих чуваков. Мужик, ты прямо их сейвишь вообще жестко, если честно. Если бы не этот мужик, я давно бы уже их всех сожрал. Ну сейчас, он же меня не видел, я мог бежать, он меня не видел. Что происходит? Почему у меня теперь такой кулдаун на убийство? Это, ну, это прям жесть. Наверное, мне приходится стоять бить, мне реально приходится стоять бить. Это вообще не... 173-го сделали бесполезным, чуваки, реально, бесполезным сделали 173-го, я вам скажу. Типа 100% информация, 173-й теперь стал бесполезным куском. Так, так, машине идет его маленький, давай, давай, иди, беги. Ой, а дверь-ка-то закрыта.
Дверька-то закрыта у машины, да? Ой-ой-ой-ой-ой, как же так, не успел пройти, к сожалению. Да как его убить? Я прям по нему бью, он не умирает. Не, ну сейчас он меня видел. Окей, ну когда моргание идет, почему? Почему когда моргание идет, я не могу по нему нанести урон? Это странно. Это очень странно, так не должно это работать. Ой, нифига, тут сзади чел, опа. Нифига поймал, куда теперь, говорит. Фух, я не знаю, что там делают мои друзья и СП-шники, если честно. Прям такое чувство, что они там, ну не знаю, шары гоняют, если честно. Дэм хай, говорят мне там, смотри, типа... О, а у нас 7 человек уже? Ладно, окей, беру свои слова назад. С киллы фармит снизу, дофига. Так, там прямо за дверью, так за... В машине тоже есть, ох ты, нифига, с пушкой, с пушкой, с пушкой. Давайте, мужики, подходите, подходите на раздачу, если что. Тут как бы вот призраки летают. Призраки, да, там в машине кто-то есть. Ну там карту уже докачал, думаю, в машине чел, который стоит. Так, Дэн, ты статуя? Да, я за вас был, говорит. Нифига, СП-шников уже 8 человек. За меня что, какая-то топовая команда получилась? Чего мы теряться-то? Правило. Так, чел пробегает, его закрыли со мной. Бам! Минус еще один. О, нифига, он с пушкой пришел, он с пушкой пришел, он с пылесосом! А как, почему он не умирает? Что за фигня, почему он не умирает? Как, почему, как его убить-то, ё-моё, вы мне объясните, это что за бред? Что за бред сивой кобылы, как его убить? Здесь чел с пылесосом просто. Я по нему 1000 раз ударил. И 0 урона, если честно. Как убить? Убил. Так, закрываем. Я их тут всех перебиваю. Боже мой, к машине идите, мужики, пожалуйста, я вас прошу, к машине. Здесь чел с пылесосом, он же мне может, ну сколько там, 5 выстрелов в пылесос, если он всеми попадет. То я потеряю фактически 2500 хп, да, неприятно будет, если так произойдет, конечно. Ладно, пока что я держу, у нас 8 СП-шников уже есть, если мои пацаны к ним сейчас в спину придут, то мы можем сделать себе реально еще больше армии. Но 8 СП-шников, то есть получается изначально у нас было 3, то есть кроме 049 еще какой-то есть у меня. Дэм, я иду. Кто там еще есть? 173, 049. А, нет, видимо, только 049. Видимо, он сразу же смог сделать себе где-то последователя. Жестко. Не, ну вы смотрите, даже вот с такой баганной статуей я все равно затащил эту карточку, я считаю. Жестко, жестко. Нереально. Без смазки их прямо так же, знаете, жестко натянул этих ребяток. Там пацаны тем временем убивают еще друг друга. Я смотрю, типа, МТФники убивают хаос и так далее. А что, чел-то не будет выходить? Он там в машине решил засесть? Видимо, там сидит в своей машине. Опа, опа, опа. Мужчина, здравствуйте. А куда это вы? Поднимается, смотри-ка, поднимается. Страшно, мужик, страшно. Правильно, я бы тоже боялся. А что он не умирает? Как его убить? Как его убить? Фух, блин. Это вообще жесть, как по ним... Не, ну конечно, я понимаю, я все понимаю, да, ну это, конечно, жесть. Там чел, мне кажется, в машине сдох каким-то образом. Я не знаю, может, он самоубился как-нибудь. Это, Дэм, где они? Ушли, так, наверх. Ну, чел у машины, да, остался один, конечно. Да, чел у машины один остался, это, конечно, грустно. Ладно, попробуем отсюда вообще убежать, но я уже хочу в другую зону подняться. Уже повоевать с кем-нибудь, грубо говоря. А, дед еще у нас там, ё-моё. А, у нас тут пацаны-то, знаете, стоят, нормально. Все, с пацанами едем, нормально. Сейчас пацанами доедем до верха. Естественно, тут еще 2 пассажиров с ныди подобрал. Так, здесь машину забрали, реально из машины. Зону машины тоже все забрали, капец. Так, погнали туда, побежим. Мужики, идем. Я еще вас подожду, вы не переживайте. Так, отсюда оружие они забрали. Так, мужики, вы идете или что там? Ну, медленные, конечно. Ну, вы слоупокичи, конечно. А где второй? Нас же двое было. Мужик, эй, давайте сюда. Так, где-то здесь должен быть выход. Я точно не знаю, где, но он точно где-то должен быть. Ладно, мы его сейчас точно найдем. Тут еще одни лифты. Так, хорошо, приходится еще своим чувакам объяснять, что делать. Так, новых последователей. О, мы сейчас как раз еще придем к МТФ. Все, мужики, мы уже почти рядом. Идем. Так, они здесь запустили вообще альфа-бет на боеголовку? А, даже пистолет не забрали отсюда, жесть. Мужики, все, мы уже почти рядом, давайте. Главное, чтобы, конечно, этот с 049 не умер, потому что, ну... Он так нормально импакта вносит, если честно. Мужики, заходим. Что ты там застрял? Мужик! Капец, еще урон получил. Идем. С этими пацанами, в принципе, будет несложно, потому что они... Ну, чувакам придется отворачиваться, чтобы от них бежать, правильно? Так, я думаю, лучше прямо пойти. Так, наши пацаны-то, надеюсь, живут. Мужики, вы идете? Так, судя по тому, что здесь двери открыты, я думаю, мы сейчас такие... Опа, 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 здравствуйте, молодой рядовой. Ой, я чуть в стену немножечко не зашел, так... Молодой рядовой, куда идете, молодой рядовой? Ой, лифт пошел ждать, а лифта-то нет. Ой, все, мужики, зажимаем этого молодого рядового. Пусть по мне стреляют, лучше пусть зомбари проживут подольше. Все, валите его, красавчики, боже, все, внутрь. Втроем, погнали. Так, мы идем.
Так, подъезжаем, подъезжаем. Здесь МТФники. Опа, 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 поймал. Минус. Минус, минус, минус. Пацаны, 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 нужно их поймать. Ну, ох, там, смотри, какой сержант стоит. Сержант, сержантиус, давай. Опа, по лестнице поднимаемся. По лестнице к пацанам. Давай, убивай его, убивай его, убивай его. Что такое? Что за граната тут? Так, пацаны, ну пусть меня стреляют лучше. Капец, ослепили, ни черта не видно. Так, так, ой, нужно бы спрятаться, спрятаться здесь за уголочек. Так, 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 где они там стоят? Хорошо, опа, 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 давай зомбарь, заходим, заходим, этого нужно поймать. Нифига тут обстреливают. Жуп, опа, 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 блин, по мне стрелять, я лучше не по зомбарю. Зомбарь, давай, 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 зомбарь, давай, опа, 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 беги, 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 у них патроны-то не бесконечные, правильно? МТФников осталось 4, хаоса осталось 3. Дэм, идем к вам, отлично. Отлично, идут к нам, ребятки, там чел вообще убегает, смотри. Был убит капитаном. Наших убивают. Наших становится меньше. Зомбарей убивают. Жесть. Так, хорошо. Ну, тут промахивается, промахивается. Вот этот чел очень много промахивается, сержант. Скоро останется совсем без патрона. Да капец. Как его поймать, блин? Постоянно на меня смотрит, гад. Так, за стеночкой, за стеночкой, за стеночкой. Опа, сержант. Не, мне кажется, я их вообще так гнать не могу. Мне кажется, нужно моргание еще сделать побольше. Опа, давай сюда. Сюда. Опа, опа. Все, делай, делай, делай зомбу, делай зомбу, делай зомбу. Делай грязь, делай зомбу, да. Делай больше наших. Ну, больше, больше наших, больше. Так, там еще один сержант снизу, смотрите, этот бегает там. Зажимаем, туннель чист. Так, давай, 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 сержантик, давай. Опа, дед, дед, давай сюда, дед, лови его. Пум. Все, поймали сержантика, поймали. Так, пушка его здесь валяется, не знаю, зачем выкинул. Так, хорошо, нам сейчас нужно будет чисто отряды их защищать, которые будут отреспавниваться и делать их на нашу сторону, соответственно, этих зомби. Потому что вроде когда зомби убивают, они уже не респавнятся, правильно или неправильно, мне вот интересно. Опа, опа, пацанчик, опа, опа, убей, убей, убей его, соответственно. Ой, он сейчас не сможет бегать полностью. Так, 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 поймал его, хорошо, давай, делай его с нас, красавчик. Не, ну это вообще, вот этот 049 вообще молодец, ну еще и дед в команде, просто жесть. Не, с дедом вообще класс просто. И с дедом, и с 049-м. Я, конечно, за статую бесполезно напался, но я тоже считаю, что очень много импакта внес, дорогие друзья. Я нормально таких раскидывал. Так, нам, правда, я вот не знаю, 2 МТФника и 3 хаоса. Где же эти чуваки находятся? Тут вообще везде куча их лута валяется. Нужно бы их найти, может они там где-то. О, скоро возрождение МТФ будет. Уже скоро возрождение МТФ, но можно пойти туда поймать. Был баф печеньки. Что за баф печеньки? Опа, еще один солдат в нашу армию. Еще один солдат в нашу армию, дорогие друзья. Главное, чтобы он по-чумному не стрелял, если честно. Пусть по мне... Опа. Опа, дэшки вылезли, дэшки вылезли. Нифига у них там пушки у этих дэшек. Так, нужно его поймать, нужно его поймать. Бах, поймали. Где чумной? Чумной, вернись. Тут трупы. Где чумной, где чумной? Блин, хаос возрожден, мы сейчас не сможем об этом... Ух ты, нифига здесь сколько лута валяется. Стрелки отреспались. Ой-ой-ой, стрелки отреспались. Кого-то убили, одного из наших завалили. А где чумной-то? Чумной здесь кого-то поймал. А, он возрождает его. Красавчик, красавчик, возрождай. А себе осталось 5, то есть один я, получается. А нашего не убили деда? Деда не убили? Надеюсь, деда не убили. Нужно пойти деду помочь. У меня так 1700 кп, хаоса 5, они сейчас все возродились. Так, чумной на выходе труп. Да, здесь труп на выходе. Но мне кажется, он уже не отреспавнится, потому что... А, вон тот труп, да. Так, хорошо, нужно добивать пацанов. Дед, давай, спину ему заходи, спину. Давай, дед, лови этого, вот этого чела. Да-да-да-да. Оп, хорош, туда его, так. Нужно этих хауситов, если честно, поймать. Завалить просто, обоссать. Наши пацаны где? Дэм, танкуем и пушим. Да я танкую, у меня уже на 1700 хп натанковал, если честно. Так, 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 у меня уже 1100 хп. Капец, они там дэмэджи вносят, конечно. Так, дед красавчик, конечно, ловит их вообще. На раз-два, если честно. Так, 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 а что-то мне куда-нибудь можно будет пробежать? Оп, отлично, убегаем наверх пока что. Патроны у этих чуваков все равно не бесконечные. Не бесконечные. Там наши пацаны где вообще? Был убит 049, это наш был убит только что, да? SCP-2 осталось. А чё, куда? А куда сдохли наши пацаны? Дед, мы с тобой вдвоем остались, что ли? Все поздыхали. Как они все поздыхали? Я понять не могу. Как они все сдохли, реально? Это что-то с чем-то просто. Их осталось четверо. Я еще не понимаю. Ну, на самом деле, это чиной заруинил, потому что он пошел куда-то возрождать чувака. Вместо того, чтобы остаться здесь, грубо говоря, с нами и повозрождать здесь чуваков. Он бы возродил бы двух дэшек, и они бы сейчас не зарезались хауситами. Дед, мы идем с тобой или что? Я вот один умираю. Куда я здесь один умираю? Ну да, все, мы здесь проиграли, чуваки. К сожалению, мы проиграли, потому что потенциал зомбарей был не реализован вообще никак. Дед, ну ты меня вообще на 1000 хп продал, реально.
А ты еще хп потерял, пока ты там где-то ходил. Ну, где-то, видимо, тоже уже мало хп. Эх, все, чуваки, к сожалению, нас здесь забрали. Куча SCP-шек было. Да, я говорю, нужно было просто их убивать, нужно было их фигачить и возрождать. Но, я говорю, чумной, видимо, где-то откинулся. Как он вообще там откинулся? Он уже здесь был. Или он ливнул, реально. Он написал, я все пока и ливнул. Походу, реально, чумной просто ливнул из катки, что ли? Или его убили, чуваки? Напишите, пожалуйста, в комментах, я потому что не вижу. У меня чат SCP потерся. Все, победа Хаоса. Хаос вообще давно никто не видел, чтобы Хаос выигрывал. Вообще могли выиграть, если честно. Могли выиграть здесь. Вот, наверное, третью карточку записывать не буду, потому что много багов было в этом, на 173-м. Хочу уже этот видосик скинуть разрабам, чтобы пофиксили, потому что за 173-го, видели, мне было очень тяжело играть. Я вообще думал, что мы выиграли, на самом деле, реально. У нас, потому что был и дед, и, получается, 173-й. Ну, у нас были все медленные, конечно, челы, но если бы мы действовали сообща, и нормально бы чуваков бы гасили, думаю, бы все было бы зашибись. Но, говорю, чумной куда-то ушел, где-то там сдох вообще, или ливнул, непонятно. Вот, ну, короче, это все, дорогие друзья, поиграли нормально в SCP, пока, конечно, еще есть какие-то небольшие недоработочки, мы их, конечно же, зафиксим. Но хорошо, что сейчас все комнаты нормально спавнятся, потому что в первые два дня прям вообще люто было жестко, когда обнова вышла. Но сейчас уже все подфиксили. И хотя бы комнаты спавнятся нормально, это хорошо, потому что первые два дня они спавнились очень плохо, были пустые дыры такие, короче, иногда машина не работала, ну и все в таком духе. Ну, на этом все, ребята, если хотите поиграть в SCP, точно так же заходите на Crystalix. С вами был Эдемастер, всем удачи и всем пока-пока.